Знакомимся с тем, как работает меню диска номер 1, словарь 31 движения степа. Вставляем его в компьютер. Он загружается. Через 10 секунд появится заставка этого диска на экране монитора. Вот загрузилось основное меню диска номер 1. Нажав Play Movie, диск пойдет с самого начала. Выходим в меню диска, нажимаем выбор сцен, выбор движения. Выбираем движение. Следующая группа движений. В алфавитном порядке они идут. Нажав Main меню, вернемся в основное меню. Опять нажимаем выбор сцен. Идем на интересующее нас движение. Например, шофе. Вот оно. Нажимаем. И, как видим, слева название этого движения. Справа чуть-чуть белыми литерами на английском языке описание этого движения. Ну и его исполнение. Ставите и повторяете. Это уже следующее движение идет.